Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Автоновости», в которой мы рассказываем вам о самом интересном оборудовании от группы компаний АВС Авто. Сегодня речь пойдет про еще один портативный алкотестер. Этот прибор может пригодиться и вне салона автомобиля. Устройство AVS Security AT105 – это небольшое устройство, которое с большой точностью определяет количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. В нем ничего лишнего, но, несмотря на минимализм, прибору можно доверять на все 100%. Устройство компактно и запросто помещается в карман. Испытаем его в действии. Давайте разбираться. Все, что нужно алкотестеру для полноценной работы, это две мизинчиковые батарейки. Прибор прост в эксплуатации. На корпусе устройства вы найдете две кнопки. Одна, как вы уже догадались, это включить-выключить. Вторая на обратной стороне корпуса переключает режимы измерения. Чтобы определить, сколько алкоголя содержится в воздухе, устройству не требуется ни мундштук, ни что-либо еще. Выдыхать следует в специальное отверстие. Чтобы включить алкотестер, достаточно нажать одну кнопку, затем следует подождать примерно 15 секунд. За это время прибор автоматически настроится. Теперь он готов к работе. Результаты с помощью кнопки на обратной стороне корпуса можно узнать как в промилле, так и в миллиграммах на литр. В показаниях прибора можно не сомневаться. Внутри корпуса установлен специальный полупроводниковый датчик. Он с большой точностью покажет, сколько алкоголя содержится в выдыхаемом воздухе. Начинать тест следует, когда на LCD-дисплее устройства появится значение Blow. Звуковой сигнал возвестит о том, когда можно прекратить выдыхать воздух. Если содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышает заданный предельный уровень, то устройство издает звуковой и визуальный предупреждающие сигналы. Через несколько секунд после выведения результатов прибор автоматически выключается. Алкотестер неприхотлив, погодные условия для него не имеют особого значения. Он отлично работает при влажности до 95% и температуре от минус 10 до плюс 50 градусов. Современный дизайн и портативная конструкция делают его весьма практичным и удобным для личного пользования. Итак, пора подводить итоги. Сегодня мы познакомились с алкотестером AVS Security AT105 от группы компаний AVS Авто. Что же можно сказать про этот прибор? Главное его достоинство – это высокая точность и передовые технологии, всесезонность и неприхотливость, прост в использовании и нетребователен к энергопитанию. Но самое главное, помните, к чему вас призывает полиция, да и вообще здравый смысл. Поговорка «выпил, за руль не садись» никогда не потеряет своей актуальности. А на этом у меня все. Пишите нам, задавайте вопросы на нашем сайте, мы же в свою очередь не оставим ваши пожелания без ответа. С вами был Виталий Шандрик, следите за новостями авторынка. Всего доброго, до скорой встречи!